Лучше поздно, чем никогда. Американская железнодорожная компания Amtrak ответила на твит пассажирки, которая застряла в лифте, но сделала это только спустя 7 месяцев. Инцидент произошел еще в феврале. Девушка тут же написала об этом в Твиттере. А в сентябре служба помощи клиентам компании отреагировала на сообщение в соцсети. Представители компании осведомились, сидит ли она там до сих пор. Удостовериться они решили после того, как кто-то ретвитнул ее сообщение. В качестве извинения Amtrak предложила девушке бесплатную поездку.